Бумажный детектив. В отделении Почты России в Жуковском увидели сюжет нашего телеканала о сотнях писем, которые оказались на помойке, и провели внутреннее расследование. По словам главы Люберецкого почтамта, виновной оказалась 16-летняя почтальон. Во время каникул дочь одной из сотрудниц решила подработать. Такая возможность у Почты России для подростков есть. Однако девушка решила схалтурить и всю корреспонденцию доставила по одному адресу в ближайший мусорный бак, не ожидая, что там письма случайно обнаружит бдительный гражданин. Ответственность уже понесли. Значит, было сразу произведено расследование внутренней комиссии. И мы письма эти забрали, донесли до адресов. Почтальон, временно который работал, уволен. Начальнику отделения, которому принадлежит вот эти письма, сделан выговор.